Оставила попу на льду. Вообще, вообще ее не отрывала. Ну а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Только она делает первый шаг на лед, у меня сразу сердце замирает. Вот у меня уже сколько лет я его не тренируюсь, а у меня все еще такое бывает иногда, то, что она заходит и все, такая в ступор встала, такая, что делать, что делать, что делать. Стараюсь, наверное, воспитать правильно, вот именно воспитать. Я ничего не требую на самом деле. Я добиваюсь того, чтобы спортсмен сам, чтобы его не устраивал невыполнение домашнего задания, чтобы он от этого чувствовал себя гадко. Внутри. Если у меня есть какое-то умение, а мне кажется, оно у меня есть, наверное, я в ответе перед Богом за это умение. И я должна им правильно распоряжаться, стараться что-то сделать чуть больше, чем мне даже кажется. С любовью. Ну, наверное, с любовью к этому делу, с любовью к этим спортсменам, к этим детям. С любовью. Алина, почему на правой ножке только прыгаешь? Вялая, Алина. Хоп. Хоп. Алина, а не хочешь докрутить хотя бы 2,5? Нет? Не входит в твои планы? Можно, да? Не, ребят, на самом деле, у вас должен быть азарт, должна быть радость. Радость каждой тренировки, радость нашего там общения, радость этих прыжков. Да, больно, падаете. Но вы посмотрите другие виды спорта. Блин, у нас ерунда по сравнению с ними. Женя, терпеть. Алина, опять косолапая левая ножка. Мне на тот момент прыжков как бы мало выученных. И мне надо было учить их. А это не очень приятно там падать, там себе отшивать. Поэтому иногда я приходила, у меня просто не садиться не могла, то есть гематомы были очень большие. Я не знала, что значит работать, мне надо было себя заставлять. А весь детский, 3 пока под коленкой. 3-4. Терпишь? Да. После того, как Катерина Георгиевна меня выгнала, значит, ну, не судьба, значит, надо завязывать и ехать обратно в Ижевск. Ну, купили цветы, поехали к Катерине Георгиевне, сказали то, что спасибо вам большое за все, но мы уезжаем в Ижевск. И она сказала, ну, давайте еще раз попробуем. Она совсем остановилась. Она к Луцу подошла. Вот сколько раз ее просили посмотреть. Глаза вообще никуда, в кучку. Алина, это плохо. Это плохо. И потом опять я вижу, что те замечания, те какие-то опорные точки, твои ошибки, которые тебе говорят из раза в раз, они опять все на месте. Вот какая у тебя ошибка постоянная на кольце, на вращении? Какая? 8. Ты сейчас сделала? 7,5 ты сделала. 7,5 оборотов, и ты опять поползла. У нас вот весь сезон мы боремся с этой ошибкой, что мы не можем еще полоборота. Сделай 8,5, если ты считать не умеешь. Скажи, что тебя просили после заклона? Вот прямо просили тебя. Что? Посмотреть куда? Не только посмотреть, но и куда надо попасть в музыку и куда посмотреть конкретно? Куда тебя? Куда? Вот сюда, в центральную точку. Ты посмотрела? Ну, быстрее. А куда ты посмотрела?
Да вообще никуда. Вот куда-то туда ты, вот на радиорубку. Вообще в другую сторону, и точки не было, и в музыку не попало, и ты даже не вспомнила. Ты должна кататься для нас, ты должна смотреть на нас. Мы на тебя, ты на нас. А ты не видишь. Да в общем-то не имеет значения, сколько грязи. Не, ну, конечно, это борьба за то, чтобы попасть в десятку у тебя. У меня там еще такая история была, то, что я сломала сначала руку, а потом поехала на спартакиаду и сломала там ногу. То есть, а потом училась заново ходить, потом заново кататься, и у меня прыжки все растерялись. Вот. И мамы не было рядышком, чтобы поддержала. Поддерживала только по телефону. Я живу здесь с бабушкой. То есть вся моя семья в Ижевске. Это тяжело, конечно, но сейчас уже я знаю свою цель в жизни. Кто знает то, что если я чего-то добьюсь в фигурном катании, то я тем самым помогаю своим родителям. То есть, то, что это не пришло напрасно, все это.